ноябре 2019 года власти Ростовской области заявили, что минимальная зарплата в регионе достигнет 14,5 тысяч рублей. Это почти на 1 тысячу рублей больше, чем было ранее. При этом зарплата на селе должна достигать 17 тысяч рублей. Узнаем у волгодонцев, что можно купить на эти деньги и можно ли вообще на них прожить. Очень скромно живу. Значит, на 14, ну чуть-чуть лучше, но подымешь же цены, естественно. Угу. Поэтому мало. Смотрите, а на селе 17 тысяч средняя зарплата. Вот что в селе можно купить на эти деньги? Не знаю, в селе я как бы давно не жил. Ну там, наверное, все свое, что там можно купить. Одежду, алкоголь. Коммунальные платежи в половину, наверное, только можно оплачивать этой зарплатой. Вскоре это когда? Это только обещаниями кормят. А пенсия как была маленькая, так и есть. Но если вдвоем по 14, то можно прожить. А если одной 14 заплатить за квартиру, ничего не остается. Вот мы интеллигенция, нас к плинтусу прижали. На что жить? Мы еле-еле выгадываем, чтобы как-то хотя бы на лекарства хватало. Очень трудно прожить на такую зарплату. Я пенсионер, я знаю, как это тяжело. Вряд ли на эти деньги можно прожить. С учетом того, что коммунальные услуги 5 тысяч, ну и как можно на эти деньги жить? Ну, блин, можно, если, конечно, урезать себя в чем-то, то тогда да. Это вообще нереально. На одни таблетки. Вот у меня у мамы сахарный диабет, ей 8,5 тысяч не хватает. Она живет в долг. Ну, я такие деньги трачу. На букмекерскую контору. Если вы ищете работу в Волгодонске и хотите получать достойную зарплату, то раздел «Работа» в блокнот Волгодонска для вас. Переходите по ссылке и смотрите актуальные вакансии в городе.